компания Porsche в Академии водительского мастерства за Полярным кругом представила новую версию суперкара Porsche 911 GT3 AS, оснащенного самым мощным в истории Porsche атмосферным мотором мощностью 520 лошадиных сил, который инженерам Porsche удалось выжать из 4 литров объема без всякого там турбонаддува. Представляя новый GT3 AS, руководители Porsche скромно сказали, что высокую мощность мотора удалось получить за счет доработки системы впуска и выпуска, ну а также новой системы управляющей электроникой. В качестве трансмиссии на машине используется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач и двумя сцеплениями. Кроме мотора, инженеры Porsche существенно поработали и с кузовом машины. Для снижения веса многие элементы кузова были изготовлены из композитных материалов и карбона. Крышу изготовили из легкого магниевого сплава. И даже кресло заменили на более легкие шеститочечные системы ремней безопасности. Разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость машины составляет 312 км в час. В качестве опции новую версию Porsche 911, который включает каркас безопасности и систему пожаротушения. За дополнительную плату машину можно будет оснастить модернизированной подвеской с карбоновыми элементами, а также специальным аэродинамическим обвесом кузова. Продажа новой модификации суперкара Porsche 911 GT3 AS поступит в апреле текущего года. В топовой комплектации цена машины составит 195 137 евро.